Типа за спорт. Мяч Грэм подарил Никипе Фортегуне. Сложная игра в сложных погодных условиях и против очень мотивированного соперника. Играли мы хорошо, но когда пропускаешь гол на последних секундах, естественно, удовольствия мало. Эта игра как штрих к тому, что происходило с нами в плей-оффе. Большинство игр хорошо провели, чего-то не хватало. Наверное, отсутствие опыта. У нас простые ребята, большинство из них не имеет опыта выступления еще в премьер-лиге. Наверное, вот этого и не хватило нам для того, чтобы разменять эти ничьи там, на несколько побед. Отсутствие, может быть, даже и мастерства. На 93-й минуте мы владеем мячом и так легко отдаем сопернику и пропускаем эту контратаку. Огромное спасибо всем, в первую очередь зрителям, которые были супер, и не зря мы на первом месте в чемпионате России. Это очень сильная сторона, которая нам помогла, и в частности ему. Он благодарен, потому что и ребят толкали вперед, и ему поддержка была очень хорошая. Благодарит всех футболистов, всех игроков, все руководство, которое сделало все возможное для того, чтобы команда сыграла так, как она сыграла. Патрону, губернатору, всем руководителям спасибо. Дорогие друзья, это был длинный, тяжелый, но очень замечательный для нас всех сезон. Здесь люди, которые творцы этого сезона великолепного. Еще есть тренеры, есть футболисты. Ребята, спасибо огромное вам, во-первых. Спасибо тем людям, которые сегодня ковали вот это зрелище, которое нас всех привлекало. Спасибо.